новая система отслеживания посещаемости учащихся в Китае. Давайте расскажу вам, как это происходит. В начале каждой пары мы заходим в приложение нашего университета, расписание и выбираем нужный предмет, а дальше вводим туда код, который нам учитель вводит на интерактивную доску. Код обновляется каждую минуту, поэтому вести его смогут только те, кто действительно находится в классе.